Всем огромный привет! Сегодня мы с вами готовим необычное блюдо – жареные макароны с молоком. Растопите 1 столовую ложку сливочного масла. На растопленном масле будем обжаривать макароны до золотистого цвета. Не забываем постоянно помешивать макароны. А мы с вами пока разогреем 500 мл молока и 150 мл воды. Макароны готовы, они приобрели красивый золотистый цвет. И мы смело заливаем макароны молоком с водой. Добавляем пол чайной ложки соли по вкусу. И я добавлю пол чайной ложечки молотого чесночка. Но это еще не все. Нам понадобится плавленый сырок. Выбирайте сырок хорошего качества, чтобы это был именно плавленый сыр, а не сырный продукт. Укладываем сырок в середину, накрываем крышкой и на тихом огне готовим около 15 минут, затем проверим. У нас с вами и так получится шедевр из 3 ингредиентов. Но если к этому блюду добавить обжаренный бекон, будет гораздо вкуснее. Бекон подмороженный, так его удобнее резать на полоски. Разогреваем сковороду, обжаривать будем на сухой сковороде. Пришла пора заглянуть под крышку. Выкладываем обжаренный бекон и перемешиваем макароны, приподнимая нижний слой, а верхний отправляя вниз. Сырок мы пока не трогаем, пусть он лежит и плавится в таком положении. Теперь продолжаем готовить на тихом огне до полной готовности. При необходимости можно добавить еще немного воды. У меня все готово. Можно перемешать макароны с сыром. Непременно воспользуйтесь этим рецептом. Ставьте лайки и до новых встреч в следующем видео.